Привет, вы на моем канале Даша Кузнецова, я сейчас кушаю. Недавно проснулась, поела и сейчас кушаю типа эклеров. Ну, в общем, кушаю вот такие вот печеньки, сейчас покажу. Вот такие вот печеньки. Смотрю YouTube здесь. Погода у нас очень солнечная, не знаю, будет ли видно или не будет. Угу. Вот такая вот погода. Я сегодня снимаю на камеру. Кстати, сегодня буду доедать леденец. Еще вчера ездили в другой город. Купили вот такую соломку. И вот те печеньки тоже там купили. Ну, в общем, то что-то у нас таких нету. Вот. Вы все видели вот этот блокнотик, который я дарила маме. Вот такой вот. Папе я дарила гель для душа, он уже им пользуется. А маме вот такой вот блокнотик, ноутбук. Уже сделала одну поделочку, вот, так, вот такая вот получилась. Не знаю, мне нравится. Мне еще таких надо сделать 4. Вот. Так что вот такие вот дела. Вот такие вот. Кстати, маникюр я уже стерла. А, кстати, ребят... В комментариях в Инстаграме вы мне писали, я собирала отзывы, кто, какой мне цвет глиттера подарить Насте. Вы ее все знаете, мы с ней снимали очень много видео. Вот, на Новый год. Итак, я вам сейчас даже скажу, сейчас посмотрю и скажу вам, сколько, так сказать, проголосовало за сиреневый, сколько за зеленый, там даже было 2 цвета подарить. В общем, сейчас буду говорить, а вы пока пишите в комментариях, как вы думаете, какой же цвет все-таки выиграл. Итак, ребята, на зеленый цвет было 57 хэштегов. То есть хэштег зеленый. На вместе было, сейчас скажу сколько. По-моему, где-то 20 хэштегов. А на вот этот было всего лишь 32. Поэтому выиграл зеленый, ребята. Кто выбирал зеленый, я вас поздравляю. Кто выбирал сиреневый, ну... Может, когда-нибудь еще и сиреневый подарю. Не знаю, как будет. В общем, вот этот цвет я буду Насте дарить. Буду показывать все, как буду упаковывать. Кстати, елочку мы у бабушки уже купили. Еще не украшали. Будем украшать с Настей. А, вот. Так что, вот такой вот влог был. Я сейчас, в общем, здесь вот смотрю. А, кстати, вот такое вот оформление я хочу делать. Вот, вот, именно, чтобы все было вот так. В общем, вот так вот. Календарь я уже открыла, получается, за 3 дня сегодняшний. Ребят, не выходило 2 дня видео, потому что я была у бабушки, гуляли с Настей, но как-то не было времени, если честно, снимать. И, кстати, ребят, я обнаружила, что здесь до 24 числа только как окошки. Вот 23-е, это завтра, и 24-е, потом 25-го я буду открывать, 18-е, ну и так далее. В общем, буду открывать, открывать и открывать. Потом, возможно, еще один куплю, но не факт. А, вот, вот такие вот календари мне попались. А, вот, возможно, завтра у меня день рождения, возможно, я при вас открою. 23-е. Вот, у меня завтра день рождения, как вы все знаете. А вот, буду готовиться, не знаю, как буду приглашать. В общем, ребят, теперь за день рождения мне в комментариях в Инстаграме все пишут, кого ты будешь приглашать, кого ты будешь приглашать. Я не знаю, кого я буду приглашать, пока месте я ничего не знаю. Завтра будет влог, по-любому, что мне подарил, кстати. Мне бабушка передала, вот, ну, не передала, а именно мне дала вот таких вот 2 подарочка. Это не на день рождения, а просто так, потому что, ну, просто так. Здесь вот такая вот сумочка, очень красивая, мне она очень нравится. Здесь, значит, смотрите, есть вот одно отделение. Вот, одно отделение, здесь оно очень глубокое, такое предостаточно. Потом среднее отделение, вот это, здесь еще...
Можно через плечо, можно не через плечо. Вот, я уже распаковывала, конечно же, я это все видела. Вот, и можно вот такое вот еще одевать. Это очень хорошая сумочка, она из кожи сделанная. Вот, здесь, короче, есть еще одно отделение вот здесь, вот, вот, видите, замочек. И два здесь, потом еще здесь вот одно отделение, но я его открывать не буду, в принципе, как и вот это вот отделение, в принципе, смотреть нечего. А, вот, еще показывать буду, какие подарки мне на день рождения подарили. Вот такой вот подарочек. В общем, я уже все сложила туда внутрь. В общем, вот такой подарочек мне от бабушки был. И еще здесь вот такая вот упаковочка, оформление такое. Здесь вот такие вот разные-разные полотенечки. Вот. Они очень цветные, очень, они очень разные. Ну, короче, вот такие вот полотенечки разные-разные. Так. Ой, у меня подарков, короче, будет. Так, и вот такие вот. Вот, и вот такие вот салфеточки. Вот. Я не знаю, я их, возможно, еще не открывала, не помню. Да. Нет, я их еще не открывала. Вот такие вот салфеточки. В общем, ребят, я уже все сложила обратно. Вот такие вот подарочки от бабушки. Это не на, ну, не на день рождения. Вот, сейчас буду продолжать кушать. А на этом наш влог подходит к концу, ребят. Всем пока-пока, до новых встреч.